Филиппа Киркорова умерла младшая сестра. Певец считает, что в трагедии виноват его отец, скрывший факт появления девочки на свет, а ее можно было спасти. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Филипп Киркоров признался, что в 2002 году появилась на свет его единокровная сестра Ксения. Однако через две недели она умерла от нераскрывшегося легкого. Я очень ругался, я кричал на отца, ведь в случавшемся от счастья была и его вина, вспомнил Филипп. Ситуация была непростой, ведь Людмила, жена моего отца Бедроса, забеременела после 40 лет, когда велика зона риска, а у нас с Аллой были все медицинские связи в Москве, чтобы эту ситуацию разрешить и помочь. Мы даже не знали, что Люда и Бедрос ждут ребенка, продолжил певец. Они решили скрыть этот факт, боялись ревности. Мол, у нас с Аллой нет ребенка, а у них будет. А я всю жизнь хотел сестру. Сестра Киркорова должна была родиться в Москве, а не где-то там. Сегодня ей бы уже исполнилось 15 лет. Взрослый человек, с которым можно было бы говорить на равных. На похоронах сестры, как и на ее могиле под Великим Новгородом, здесь никогда не был. По его словам, это слишком тяжело, но в церкви Филипп доставит свечку за упокой Ксении, молится о ее душе.